Сегодня, походу, будут гамбургеры. Вот наш. Nice chief po. А гамбургер? Гамбургер. Окей. Будем. Вот вход наш в отель. Ресторанчик. Попробуем сходить на разведку. На затаённый где-то пляж. Который сказали... Вон за тем рестораном. Сейчас сюда и попрем. Вон, заработал. Входим в ресторан. Должны пройти насквозь. На который мы возьмем цены. Том. Ну, рыба 70 лир. 35 баксов. Да хренище. За одну штучку. А если бы море продукты? Ну, тут типа и жарят. Тарелочка у них козырная. Доброе утро. А, блядь. Сука, за колючку зацепил. Прям плечом. Короче, нам вон туда. Такой тут красава, дорчик. Опять эта стена вездесущая. Вот до сюда мы раньше на яхте поплывали. Разворачивались и в обратку. Сейчас вот тут дилемма. То ли дальше идти, то ли вниз спускаться. Где эта злая собака? Зачем сказали, вообще можно просто так валяться. Так, кто тут прикольный. А если без лежаков, так, на песочке? English, please. Ага. Так, лежаки по-английски. Doesn't matter. Платный пляж. Конкретно? Да. Платный, платный. Лежаки, нет лежаки. Платный пляж. Ага. А Рэма Бич? Doesn't matter. How them Miami Beach paper? А, документ что? Документ. Ну, документ без надписи, окей. Да, no Miami Beach. Нету. Ну, ты вредный, да? Творится, да? Yeah. А если Miami Beach, то что? You bring me paper, Miami Beach. Ну и free. 20% low price. Нет. 20%. Normal detailer you get it 8 лир. You understand? Understand. Okay.